Да нет, рыбу я могу купить в любой момент. Просто непонятно, откуда ее везут, чем кормят. А тут наша, свежая, из Москвы. А кто я? Ты Ребекка Морган, писательница, и всегда ей была. Я верю в тебя. Как редактор, мистер Лоуэлл. Да, но целый рассказ всего за 4 недели. Я просто не справлюсь. Я делаю подкладку для гробов для семьи Олбрекс. Старик Джеральд скончался вчера от болезни. Может, напишешь об этом? Это новые буны? Шестой заключительной игрой будет игра в кальмара. Игра в кальмара? Какое странное название. Изначально это была детская игра в Корее. Позвольте мне объяснить правила игры в кальмара. Первое. Чтобы выиграть, нападающему нужно войти в кальмара, пробежать мимо защитника и наступить на голову кальмара.